А чего ты... Что ты делаешь? Опять этот Жорик песни своей поет. Как? Это не песни, это танцы с песней. Что ты мне на ухо кричишь? Я хочу, чтобы ты у меня услышал. Ай, Жорик, не мешай мне здесь это, ничем не заниматься. Просто скучать. Так, скучать нельзя. Чего нельзя? Нужно веселиться. Давай повеселимся. Давай, я как раз придумал новый танец. А может и не новый, я не знаю. Но я просто его прочитал. Танец прочитал? Да, прочитал. Там написано, делайте вот такие движения. Такие, такие. Ну, и рисуночки были показаны. Ребята. Привет, ребята. Клоун Жорик танец прочитал. Да. Давай, прочитывай мне. Давай, смотри. Да. Значит, там был первый рисунок. Да. Вот так, вот так. А ты вставай, повторю. А, да, встаю, повторяю. Давай. Давай. Покажи каркус. Давай я сначала посмотрю. Ну давай. С каркуса, давай. Там смотри, вот такая была песенка. Вот там танец маленький хотят. Вот так. Та-т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 а. Потом. Та-т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 а. Вот так. Вроде так было. Ну вот эти движения точно вот были. А ты уже сам придумал дальше. Давай, Жорик, смотри! Давай! Давай! Как там? Это уже мое движение. А там вот так и не было? Не знаю. Там хлопки должны еще быть. Давай еще раз, давай. И... Точно, хлопки. Почти получился балет Аллы Духовой. Да. Ребята, вы любите танцевать? Да. Ой, здорово. Так здорово, мне понравилось. Это лучше, чем скучать. Лучше потанцевать. Давайте попробуем еще раз все вместе. Так, вставайте, вставайте. Вставайте. Встали, так, стоим. Итак, вышки подготовили. Итак, все вместе давайте. И... Не то мы сделали. Давай еще раз. Давай еще раз. А еще можно свои добавить движения там. Точно, давайте. Круто. Ой. Ой, зарядка прям. Устал. Устал, я тут. Спать хочу. Ой, да. Засыпаю. Засыпаю. О, да на мультик посмотри. Пошли мультик. Давай, я не посмотрю. Прости, каркуса. 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 Все, она уже тоже устала. Давай смотрим.